Так, ну а мы собираемся сейчас в ресторанчик. Приехала моя сестра, поедем сейчас вместе в ресторан. Будем выгуливать свои новые туфельки. Миланка уже ждет и готова. Да, Милашка? Ждем бабушку. Я пойду в красном платьюшке. А вот моя дочь. В красивом комбинезоне. Кстати, тоже новом. Заново? Нет, заново не будет. А, дубль два. Сумочку взяла. Красота. Слушайте, ну у нас жара, духота страшная. Ты просто трешь. Я волосы не могу высушить. Просто не могу. Невозможно высушить. Я говорю, у меня вот эти зерки сюда больше подходят. Ну ты взяла себе белые. Ну они больше сюда подходят. Я рада за тебя. Та-дам! А вот здесь ты меня сейчас фоткаешь. Потому что закрыто все тут. Значит, здесь можно день рождения, да. Можно... Я пока телефон отключу. Можно, допустим, свадьбу сыграть. Светленький такой зал. Не знаю, мне кажется, типа стиль классика. Не, ну почему? Для свадьбы неплохо. Там он лебеди за окном. Очень красиво. Сейчас пойдем посмотрим. И какая здесь лебедица. Она уже проходила. Бабушка. И сейчас пойдем посмотрим лебедей. Я уже фламинго. Ой, фламинго. Павлинов показывала тебе. Сурикаты. Нет, курицы тут нет. Курицы только на столе. Курицы только на столе бывают тут. Всем доброе утро. Мы потихонечку закупаемся в дорогу. Много не берем. А берем воду, разные творожки, читос, кириешки разные и идем. Орешки надо. Орешки нужны, да, нам соленые. Наверное, это самое начало там. И идем, знаете, куда идем? Какие-то тут так холодно, да? А в пакетике лежат в этом. Валберик не забудь, пожалуйста. А идем, в общем, за сойком каким-то сыром, ну, типа такого, мы раньше покупали здесь, войти тоже в дорогу, с адыгейским сыром. Тоже совсем чуть-чуть возьмем, потому что, ну, на заправках. Сейчас много столовых интересных на заправках. Татнефть нам нравится, такая большая столовая.
и первое, и второе можно покушать, и десерты, если хочется, в общем, все что угодно. Поэтому особо не будем запариваться. Еще и на каждом углу сейчас всякие, типа, Бургер Кинга. Поэтому это раньше ничего такого не было, а сейчас все везде это уже есть. Единственное, что воду берем, потому что, ну, не всегда быстрая заправка, если так хочется пить там, а до заправки еще ехать. Поэтому воду, конечно, мы берем всегда с собой. Разную взяли водичку, газированную, не газированную. Девчонки взяли сладкую мандарин вкус, и синтуки 4 взяли солененькую. Вот. И на завтрак вот эти вот творожочки тоже они очень вкусные. Ну и Лика всегда берет всякую ерунду. Какие-то кислячки, опять жвачки. Что ты еще берешь? Я, кстати, в дороге вообще практически особо не ем, поэтому я кофе попью. И даже мне ничего не хочется. Вот это... Ой, смотри, ты потерял, вывалился. Хот-доги – это очень редко. Хочется кушать в дороге как-то в основном. Ешь и все. Да, давай переложим, просто высыпались. Ну и что ты там взяла еще? На пляж. А, на пляж сейчас? Давай. В общем, здесь есть улитка греческая с мясом, со шпинатом, с сыром, с курицей и картофелем, греческая с сыром. Вам берите, я не буду. Милана тоже такую не будет. Две булочки возьмите, потому что Милана такую выпечку не ест. Она вот хот-доги такой вот на заправочках. Себе и папе возьми, мне не надо. Приехали мы сегодня на пляж. Классный шторм. И здесь еще тот квест заехать. Куча людей, но сегодня воскресенье. В принципе, на любой пляж заехать этот квест. Да. На общественные, ну, такие центральные, точнее, пляжи не очень хочется. Хотя бы более-менее такие отдаленные выбираем пляжи. Но в выходные дни просто все битком набито. Столько людей, машин. И... А вот и выезжают, смотри. Ага. Слушай. Может быть, правда, девчонки, да все идите. Нет. Налегке. А мы поставим и придем. В общем, тут такая вот тут интересная суета. Столько людей. И тут очередь проехать на этот пляж. Просто припарковаться нигде. Нет, есть вариант некоторые тут просто кидают машины вдоль дороги, но это такое, знаете, под эвакуацию. Как повезет, как говорится. Да тоже есть. Но просто всех в любом не эвакуируют, столько приезжих, у них столько стоянок тут не хватит. Поэтому, ну вот, иногда и эвакуируют. Где? В общем, двигаемся потихонечку, конечно. Девушка вообще, она подбежала, место освободилось, подбежала, встала, даже не очередь. Долго объяснять, в общем, впереди две машины, их пропустили, хотя, честно сказать, могли бы и не пропускать. Не по-честному, да. Они перед нами стояли, машина белая перед нами стояла, и две машины, две женщины были за рулем, а одна выбежала, встала, типа, я никого не пущу. О, две, смотри. Ну, в общем, и эти решили пропустить, Mitsubishi, BMW, решили пропустить их. Ну, ладно. Проедем все потихонечку. Ну что, мы заехали, припарковались. В общем, конечно, это хорошо с одной стороны. Здесь разруливают под шлагбаумом все, разруливают, кто куда проезжает. Раньше было бесплатно, а сейчас сделали платную стоянку, 300 рублей. Подождите, нам все взять надо. Так что имейте в виду, кто сюда едет на красный шторм, именно... А вообще-то раньше... Подожди, надо все взять. Не, ну мою... Почему я... Прозрачную. Мила, аккуратно. Смотрите, куда? До шлагбаума там можно и бесплатно поставить, да, и спуститься. А вот сюда уже, прям к морю, тут нужно уже 300 рублей заплатить и за шлагбаум как бы заехать. Ох, а пляж работает до 8, с 8 до 8, поэтому... У нас осталось только 3 часа. Ну, знаете, такое себе. Я помню, мы были один раз на этом пляже, он мне вообще не нравится. А просто
мы не поехали на тот пляж, где были вчера. Там такая пробка, там тяжело очень выезжать, заезжать. В выходные дни туда тоже суваться не очень комфортно. А здесь дни, конечно, только если вот так сразу раз и нырять. То есть, ну, как бы вот такие вот ступеньки, булыжники, какое-то, ну, не знаю, я такое вообще не люблю. Вообще-то, конечно, некомфортно совсем. Не знаю даже, где нам лечь, что и как. Короче, прошли немного дальше, здесь такие булыжники. Да, здесь, конечно, хоть можно как бы спуск есть в море, с детьми более-менее комфортно. Спуститься домой с мамой, ей неудобно тоже сразу, знаете, прыгать в воду. Прозрачно. Да, я не хочу мочку. Шикарно, да. Тут комары налетели комплекс. В принципе, мне понравилось. Особенно приходить, если на весь день. Очень удобно. Можно снять беседочку, которую я показывала. Вообще красота. Здесь есть и раздевалки, и туалет. С шашлычком пожарить, приезжать. Красота. Здесь даже вот в таких беседках там и дальше можно даже, допустим, день рождения отметить, шашлык пожарить. Там даже, оказывается, в беседках есть холодильник. Какая красота, смотрите, какой закат красивый. Уже в машину садимся и едем. Хотим еще по набережной с ней погулять. Сейчас будем покупать вафли. Лика собрала свою вафлю. Здесь можно. О, мне комару писать. Ну, Лика, как всегда, помидоры у Лики. Все мороженое по 400 рублей, Лика собрала на 600. Короче, мороженое. Лика выбрала мороженое. Вафли-то какой взяла? Шоколадное. Шоколадное. Можно больше клубничное. Мороженое клубничное. Клубника, фрукты, киткат и нутелла. Ага. А топпинг? Без топпинга. Ну, правильно, слишком сладко. Я так нутеллу взяла. Тут кто-то торт забыл. Так обрадовался. 785. Бабушка угощает мороженым. А Миланка выбрала ягодную лимпию. Клубничная вафля, клубника, голубика, мороженое черничное, сливки, топинг малиновый. Какое красивое мороженое. Лично то смазано. Гигантское вообще мороженое. Вкусно, да? Да. Сейчас Милана твое будет готово. Не, сейчас, наверное, Дана будет готова. Потом Милашкина. А у тебя тоже клубничка. Интересно. Ой, Милашкина. А, Миланка, какой у тебя. Ой, аккуратно держи. Красота. Всем доброе утро. Мы выехали обратно в Санкт-Петербург уже из Сочи. Пробка просто гигантская в обратную сторону. Тут ну, еще хоть как-то закончилось. Да, тут еще километров 20 от Магрида до Уксе. Да, капец, такая пробка. Люди там переписываются, кто-то в час, кто-то в два выехал. Сейчас уже 9 утра, и они до сих пор вот в пробке, вот это вот еле-еле двигается. Там перевернулась фура. Вот, и из-за этого, конечно, пробка. Но здесь хоть двигаться, здесь уж не ну, так. Вот сейчас. Получилось, вот они подъезжают, и сейчас она потом расти. Да, сейчас все, конечно, пытаются рано утром выехать, чтобы быстрее проскочить.
и сейчас начнется вот эта пробка, только удлиняться. Сегодня еще передавали в Сочи, там, ну, естественно, в Туапсе, вот, до 40 градусов жары. Будьте внимательны. В общем, сегодня прям жара. Мы как раз уехали, накупались вчера, нагулялись. Еще гуляли по набережной. Домой вернулись пол второго ночи. И в 5 утра проснулись. Но наш папа, конечно, с нами не пошел. Мы уложили с матушки. А сами пошли гулятушки, да, все. Сестра моя тоже приехала. Мы 2 дня вообще все вместе гуляли. Понравился мне пляж, который я показала. Там вот. Но мы на нем были, но мы были немножко в другой стороне. Вот Красный Шторм. Штурм, да. А немножко в другой стороне были. И тогда он мне не очень понравился. В этот раз, в принципе, он мне открылся с другой стороны. Мне понравилось. Еще там вот эти беседки поставили, я говорю. Прям супер на весь день приходить. Вот в беседках отдыхать, жарить шашлыки, укрыться от солнца. Там они закрываются занавесками такими плотными. То есть можно вообще отдыхать. Попозже позвоню, спрошу, куда пойдут сегодня моя сестра с мамой. Да, на какой пляж поедут. Короче, двигаемся. Девчонки спят. Мы потихонечку едем. Брызем. Соломка у меня вот такая вот соленая. Потом у нас есть орешки. Тоже соленые. Водичка газированная. Уже даже заправлялись на заправке. Кофе попили с карамельным сиропом. Вот, так что едем. Да, девять, мы выехали в 6:30. Ровно в 6. А, в 6, да? 6 часов выехали, сейчас 9. Едем к нашему коту. Кот скучает, за ним, конечно, там ухаживает, но скучает наш котик, и мы тоже соскучились. Да. По сравнению с тем, что стоят люди, когда едут на море. Слушайте, да, вообще. Там люди, я не знаю, они просто много-много-много-много часов стоят, не двигаясь в пробках, в жару. Такая пробка каждый год на море. Да. Мы всегда едем и говорим, капец, они просто выходят, стоят. Но мы ехали... Нет, в этом году еще жестче. Мы ехали в Сочи... Не через Краснодар, да, получается, как? Мы в Сочи ехали с Анапы. Мы поехали же в Анапу, мы по этой дороге не ехали. В ту сторону на море мы когда ехали, мы ехали в Анапу по другой дороге, именно по другой стороне. И мы без пробки, именно да. Именно дорога на Джугу, вот она просто стоит, невозможная. Да. А вот из Анапы мы ехали в Сочи, да, на Джугу. Ну, мы проехали нормально. Вообще не было пробки. Сейчас плюс-минус, как можно сказать, что не было пробки. Потому что люди, как я понял, стоят в одном горячем ключе. 2.5 часа постояли люди. Ну, я читал комментарии. Ой, ну да. И так далее. Короче, пробки сумасшедшие. А еще такая жара, представляете, 40 градусов. 40 градусов очень, очень тяжело. Еще с маленькими детьми в машинах. Многие прям просто выходят. Многие вообще останавливаются, там непонятно как, ну короче, вообще капец. Девчонки жуют, угостили меня читосом. Просто... Я вообще не понимаю. Мы дали маме с вами. Мне жалко было выкинуть, короче, чита со вкусом колы. Ой, это ужас, это ужас ужасный. Это так невкусно. Я предполагала, что будет невкусно, но я не думала, что настолько невкусно. Короче, все покупала. Мне
было интересно попробовать. Ну, короче, это очень вкусно максимально. Но мне было жалко. Я сидела, жевала, я доела, и мне аж прям... Зашли в кафе, ждем пиццу. Но здесь заправка, и здесь разные кафешки. Есть пончик, по-моему. Это называется... Как это называется? Дивинки, что ли? Это как-то так. Ждем пиццу, заказали. Ой, пицца Маргарита. Здесь даже видно, как они готовят. Там готовят пиццу. Я уже вижу, как светается. Такая у нас пицца, пицца Маргарита. Тарелочку. Не, а зачем она нам? Салфеточки возьму. Вау, это вау. Супер классный сыр. Только первый остался. Время перекуса. Я взяла себе кашу овсяную. Вообще я просила без... Это что, масло? Я просила без масла. Ладно. А, значит, каша овсяная. Папа взял пельмени с курицей. Еще у меня сырнички, пончики. И еще сейчас пончики закажем. Она хочет тоже... Бери масло. Я не хочу его. В салфетку хочу положить. Да, это масло. Я сказала без масла. Не люблю я такую массу гигантскую, блин. Бери вот эти салфеточки чисто, это я положу. И сметана. Одна сметана для сырничков, другая сметана для пельмешек. И все это вышло у нас в 742 рубля. Да. Едем мы по Москве. Это Ленинградский проспект. Стояли долго сейчас в пробке, всегда в Москве мы в пробках. Ну, в Питере тоже много пробок, но... А вот этот район, я не знаю, насколько он хороший, но что-то здесь вообще так прям такие широкие дороги, улицы, и пробок нет. Ленинградский проспект, 74, вот увидела, там над домами написано. Что? Да, едем. Да, едем по Москве. Санкт-Петербурга в среднем часов 7-8. Это так. Мне уже не нравится Ленинград.
Красский проспект. Пробка в 1 час. Ну, что это такое? Это уже не проспект, это шоссе уже не жить. Да, но все равно пробки. Ну, здравствуй. Здрасте. Привет. Вот Лика, которая ныла. Лика смотрела мелодраму. Я с ней смотрела мелодраму, я просто сделала с ней одну слезинку. Даже глазки мокрые. Чёрствый сухарь. А Лика просто... Кушали сейчас сухарики вкусненькие. Я так люблю сухарики больше, чем чипсы. Мне главное, что ты делаешь? Больше, чем чипсы люблю. Да, значит, так. Хочу вам посоветовать. Еще мы заехали, купили сухарики, водички взяли. Всю воду, что брали, я думала, она у нас останется, мы ее выпили. Ну, потому что проезжали, и жара такая, вот за Сочи доехали. Жара 40 градусов. Да, вот. Хочу вам посоветовать такую фиготейнику. Разные. Это спрей для ног. Для ног. Вообще да. Взяли разные булочки с ветчиной, с сыром. Интересно, где живет Нагиев? Слышали? Нажать Нагиев. А, он на рекламе. На рекламе. Бронируй отель. Там Нагиев. Кто знает, где живет Нагиев? Очень интересно. Это можно забить в интернете. Надо, может, будет адрес? Ну, что-нибудь нам нужно найти. Очень интересная информация. Ну, понятно, да, чем мы с Ликой занимаемся. Смотрим, кто где живет, да? Короче, Нагиев живет вместе с нами. С нами? Да ты что, в одном доме? Что-то его не видела. Площадки телепроекта «Голос» Дмитрий Нагиев доезжает до дома без пробок за посмотрите. Час. Посмотрите. Поехали. Короче, он наш. В питерский. Нет, в Москве. В Москве живет? А я знаю, что у него... 24 километра от МКАД по Новорижскому шоссе. А я знаю, что у него и в Санкт-Петербурге ну, тоже в есть. Живет. Скорее всего. Да, ну и в Санкт-Петербурге у него есть, я знаю точно. Питер. Я его там видела. Да, инфраструктура поселка позволяет его жителям решать большинство бытовых проблем, не выезжая в Москву. Где-то поймали гвоздь. Сейчас сделаем прошивку для заправки, потому что шиномонтаж, мы узнали, здесь очень-очень далеко. Набор для ремонта шин. У нас, кстати, такой набор есть дома, но почему-то его не оказалось в машине. Хорошо оказался он на заправке. Мы делаем. Надеюсь, что делаем все правильно. В принципе, тут написано, ой, инструкция. Сейчас все уберем. Это клей тут. Вот такой резиновый, сама вулканизующийся. В принципе, тут все написано, что нужно удалить. У нас огромный был гвоздь. Где-то видно недавно, потому что он полностью не зашел в шина, а торчал. В общем, его нужно было достать. Мы его достали. Затем ставить жгут в ушко. Мы так сделали, выдавить жгут внутрь шины. Ой, ввести жгут внутрь шины. Затем аккуратно извлечь шину. Осторожно отрежьте видимую наружную часть. Ну, собственно, все, что мы и сделали. Хорошо, у нас вот машина показывает, что раз запищала, что одно колесо у нас сдувает. Ага, что одно колесо сдувает, мы бы даже, ну, конечно, сразу не обратили бы внимания. Бегом нашли заправку, еще тут заправки, едем же в дороге. На одну заправку заехали, долго до нее ехали, потому что по пути не было заправок. Заехали, не оказалось вот этого воздух, вода. Вот, чтобы подкачать и вообще проверить. А потом смотрим, торчит гвоздь. Спросили здесь, готовы. Да тут шиномонтажа еще очень-очень далеко. Нам повезло, что на заправке, она говорит, я как раз сегодня получила а вот этот набор. Этот набор продавался. Она говорит, да. Только сегодня я его вытащила. Да. Ну да, я посмотрела, по инструкции все точно мы делаем. Так, надо вот это сложить и положить. У нас, я говорю, набор такой, мы помню, покупали. Ну да, в другой машине у меня лежал, я его вытащил, вот в кладовке лежит. А, в кладовке, да? Да. Что, надо проверить, да? Сколько? Чтоб не подпускал. Да нет, оно нормально себя держит. Наборчик недорогой, 300 рублей.
А сколько будет стоить, чтобы наши на монтаже убрали? Рублей 600. Смотри, у тебя что-то сидит. Да они вообще такие монстры.